ходе ежедневного мониторинга улиц Адлерского района инспекторы обнаружили нарушения и в этом торговом объекте по улице Ивановская. Фасад здания обклеен рекламной пленкой, а это запрещено по 608-му краевому закону. Кроме того, на территории был мусор. После разъяснительной беседы собственник и арендаторы принялись устранять все нарушения. Урны мы купили, устраняются, это дело уже устранено, а по рекламе нужно небольшое время, но все замечания приняли, устраняем. Картинка нарушений разнообразная. Это и мусор, сброс жидких бытовых отходов на рельеф и почву, захламление придомовых территорий и участков, незаконная реклама в виде баннеров и растяжек, а также расклейка информационных листовок на опорах линий электропередач, дорожных знаков и на заборах. Зачастую на входах у объектов общественного питания или торговли не устанавливаются урны. Как правило, многие идут навстречу и устраняют замечания. Те же, кто не понимает ошибок, привлекаются к административной ответственности. На них составляются протоколы и выписываются штрафы. Физические лица от 1000 до 3, индивидуальные предприниматели от 2 до 10, юридические лица от 15 до 50 по первой части. Повторное нарушение предусматривает более чем в 2 раза озвученные штрафы. С начала года было составлено более 100 административных протоколов, выдано около 20 предписаний на устранение нарушения правил благоустройства. Данная